Здравствуйте, это «Кинообзор» в студии Екатерина Самохвалова. В кинотеатрах на этой неделе начинают показывать знаменитый боевик «Неудержимые 2». Это сиквел боевика Сильвестра Сталлоне «Неудержимые», который вышел на экраны 2 года назад. Сюжет прост – нужно спасти мир. Кого позвать на такое плевое дельце? Конечно же, Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера, Брюса Уиллиса, Ван Дамма, Чака Норриса и еще парочку бравых ребят. Вот отрывок из этого фильма. Объявляю вас жертвой ножом. Поцелуйтесь. На этот раз режиссерский пост занял Саймон Уэст, автор таких фильмов, как «Воздушная тюрьма», «Лара Крофт», «Механик». Главным плюсом фильма является яркий актерский состав, хорошие спецэффекты и отличная музыка. Минус здесь только один – это сюжет. Критики считают, что он сыроват и недоработан. Кстати, в этом фильме планировалось появление Джеки Чана, но он вынужден был отказаться из-за занятости в другом проекте. Арнольд Шварценеггер смог принять участие в съемках всего за 5 дней до их окончания. Кстати, работа над фильмом продолжалась более 3 месяцев в США, Китае и Болгарии. Во время съемок на водохранилище Огняново произошла трагедия. При взрыве резиновой лодки погиб один из каскадеров. Кроме «Неудержимых», на экраны выходит драма «Прощай, моя королева». Этот фильм получил одну из наград на Берлинском кинофестивале. Основой для картины послужила вышедшая 10 лет назад одноименная книга французской писательницы Шантель Тома. В центре сюжета воспоминания женщины, которая читала книги французской королеве Марии Антуанетти. Вот отрывок из этой картины. Случалось ли вам чувствовать влечение к женщине и ужасно страдать, когда ее нет? Кажется, я догадываюсь, о ком вы говорите. Также на экраны выйдут 3 драмы «Любовь с препятствиями», «Рай, любовь» и «Барбара». Последний отмечен на Берлинском кинофестивале за лучшую режиссерскую работу. Но любители мультфильмов увидят приключения морской братвы «Шевели ластами 2». На этом у меня все. Я желаю вам доброго настроения и хороших впечатлений. Будьте в курсе всех премьер.